Дорогие мои подписчики и клиенты, мы на складе шуб. Сегодня у нас день лисы. Отшили лисички, сестрички, лисички-огневки с воротом Шанель. Так, норковые шубы. Вот такие вот белые арктические лисы. Так, тут все вперемешку у нас идет. Так, это прямая шуба, английский воротник, цвет орех. Вот лисичка-сестричка, значит, шубка автоледи. Так, эта шуба примерно длина 8 сантиметров. Ворот шаль, цвет огневка. Ну, в лисах, конечно, смотреться вы будете просто великолепно. Они придают такой необыкновенный шарм. Особенно на мороз великолепно смотрится. Вот такие вот поперечки отшиты. Здесь комбинировано с чернобуркой. Рыжая лиса. Рыжая лиса — это классика. Классика. Вот удлиненный вариант. Примерно 1,10 м. Здесь идет перфорация структуры лисы. И такой вот шарфик. Перфорированный тоже из лисички. А, нет, это мех песца. Песца. Так, это песцовая шубка. Вот с воротничками. Вот такая светленькая, это лисичка. Ну, конечно, смотрится, конечно, замечательно. Это мех песца. Песца. Вот, то есть такое вот пальто. Расцветки модели есть разные. Великолепное такое богатое, длинное пальто меховое. Вот из лисы, из песца. Так, это у нас шубки идут. Такие интересные маленькие болерошечки, тоже из лисичек. Вот эти все вещицы, пожалуйста, доступны к заказу. Если что-то понравилось, можете мне сделать фотоэкран и сбрасывайте, какая модель понравилась. На складе все это сейчас есть. Пока что еще есть. Вот, могу прихватить вам на примерочку. Ну, красивые вот технологии комбинирования рыжей лисы и чернобурки. Но вот это пальто, конечно, царское. Царское. Подойдет хорошо на средний и высокий рост. Вот. Можете заказать онлайн. Заказ. Придете просто на примерку. Вот такие вещи, ну, думаю, долго не зависятся. Сейчас чуть будет морозиться, все. Потихонечку будут скупать. Вот, добро пожаловать на примерку, пишите, звоните, идет прям заказ. А вот и сами фотографии. Это лиса. Удлиненный, средний вариант и небольшие болерошки. Оригинальные шубки, расцветки рыжие, чернобурочка. Это шанелька, модель пошита в распуск, не поперечком. Поперечка пошла. Вот такие вот шубки отшили интересные. Это новые модели в этом сезоне. Интересная технология. Это мех песца. Черный был. Это лисичка. Это тоже мех песца белый. Песец отличается от лисы тем, что тут мех более ровный и более густой. А вот шубка из норочки. Так, это у нас лисичка. Мы смотрели. Это длинное пальто с капюшоном, с воротником. Это лисы.